Всем привет, мои дорогие подписчики и гости канала, меня зовут Настя. Сегодня у нас вторая часть обзора из магазина IKEA, который находится в городе Минске по адресу Притыцкого, 29, ИЦ Тиволи. Оставайтесь со мной до конца, всем желаю приятного просмотра. Многофункциональный контейнер вольера 7 рублей 49 копеек размерами 16 на 45 сантиметров, изготовлено из полипропилена. За 2 рубля 99 копеек набор из 12 колец для шторки в ванную. Небольшой черный поднос 2 рубля 49 копеек размерами 15 на 10 сантиметров, изготовлен из полипропилена. За 8 рублей 99 копеек можно приобрести подушку в зеленом либо в сером цвете размерами 40 на 40 сантиметров. А вот набор из 4 кухонных полотенец размерами 45 на 60 сантиметров стоит за 11 рублей 49 копеек. Коробка с крышкой размерами 26 на 32 и на 17 сантиметров с классным принтом котиков 3 рубля 49 копеек. Тоненький плед 11 рублей 49 копеек размерами 160 на 200 сантиметров, изготовлен из полиэстера. А от себя я хочу порекомендовать вот такой набор из 8 вешалок 4 рубля 99 копеек. Покупала год назад и ни разу не пожалела. В магазине появились чехлы на подушку размерами 50 на 50 сантиметров в горчичном и красном цвете, изготовленные из 100% хлопка, стоят они 8 рублей 99 копеек. А вот уже такое обойдется в 6 рублей 49 копеек, но здесь уже 80% хлопка. Прозрачный контейнер на 5 литров стоит за 3 рубля 99 копеек, и крышка дополнительно 2 рубля. А еще в магазине появилась интересная сумка для хранения перекла, стоит она 6 рублей 99 копеек, габарит ее 55 на 49 и на 19 сантиметров, изготовлена во Вьетнаме. Набор из 2 пакетов для вакуумной упаковки 5 рублей 99 копеек, размеры вы видите на экране. Упаковка из 50 пакетов замком 14 рублей 99 копеек, 25 пакетов идут на 2,5 литра, остальные на 1,2. И 25 пакетов объемом по 300 мл можно приобрести всего лишь за 3 рубля и 49 копеек. А еще в магазине Мистер Дом можно выгодно приобрести набор из 17 контейнеров с крышками за 16 рублей и 99 копеек. И еще один набор, состоящий из 3 контейнеров по 600 мл, стоит за 2 рубля и 49 копеек. И еще одна не менее классная новинка, это контейнера для хранения чая либо кофе. Большая идет 14 рублей 99 копеек высотой 20 сантиметров, а маленькая стоит 9 рублей 99 копеек высотой 10 сантиметров. Все эти контейнера изготовлены из стали. Еще один набор из 3 емкостей для сыпучих продуктов 17 рублей 49 копеек, правда мне такая расцветка не понравилась. Набор из 3 ковшей 34 рубля 99 копеек, объемы которых 1 литр, 1,5 и 2 литра. Страна-изготовитель Китай, сделана из алюминия. Безумно красивый набор из 30 бумажных салфеток 4 рубля 99 копеек. И держатель для салфеток в виде сердечка ко дню Святого Валентина стоит за 4 рубля и 49 копеек. Давно мне уже нравится вот такой графин с пробкой, стоит он 16 рублей 49 копеек, объем у него 1 литр и произведен в Чехии. Бутылка для воды IKEA объемом 500 мл, 4 рубля 99 копеек, страна-изготовитель Китай. Набор из 50 этикеток, изготовленных из полипропилена, 7 рублей 49 копеек. Белая кружка из фарфора объемом 240 мл, 3 рубля 99 копеек, пригодна для использования в микроволновке. Две банки для специй 9 рублей 99 копеек, изготовлены из стекла и нержавеющей стали. А вот набор из 4 банок для специй можно приобрести за 10 рублей 99 копеек, изготовленных также из стекла. Сервировочная миска из прозрачного стекла 5 рублей 99 копеек диаметром 20 сантиметров. Десертная тарелка диаметром 19 сантиметров, 2 рубля 59 копеек, изготовлена из закаленного стекла во Франции. Из этой же серии миска 4 рубля 99 копеек, всю посуду можно мыть в посудомоечной машине. Сотейник 21 рубль 99 копеек, размерами 8 на 24 сантиметра, страна-изготовитель Россия. И очень качественная сковородка 39 рублей 99 копеек, диаметр которой 28 сантиметров, изготовлена из нержавеющей стали.
Еще одна классная вещь для любой домохозяйки – это миски из нержавеющей стали, маленькая 14 рублей 99 копеек, и большая идет 24 рубля 99 копеек, страна-изготовитель Вьетнам. Набор из трех поставок для горячего из пробкового дерева 7 рублей 49 копеек диаметром 19 сантиметров. А вот такая подставка для горячего, изготовленная из нержавеющей стали, можно приобрести за 8 рублей 99 копеек. Набор из двух подставок под кружку диаметром 9 сантиметров 4 рубля 49 копеек. А еще недавно в магазине появился вот такое миленькое ситечко, сделанное из силикона 3 рубля 99 копеек. Две бутылки с носиком по 330 мл 9 рублей 99 копеек. Набор трех ножей 39 рублей 99 копеек, изготовленный из нержавеющей стали и полипропилена, а вот такой обойдется в 9 рублей и 99 копеек. 65 бумажных форм для выпечки и кексов 4 рубля 99 копеек диаметром 5 сантиметров. Разделочная доска 34 на 24 сантиметра, сделанная из полиэтилена 9 рублей 99 копеек. А для любителей дерева можно приобрести вот такую шикарную доску 26 рублей 99 копеек, сделанная из бамбука. Крошка Динера высотой 9 сантиметров 8 рублей 49 копеек представлена в трех цветах. Прозрачная кружка из стекла высотой 7 сантиметров 4 рубля 99 копеек. Есть похожий вариант, только он уже обойдется в 2 рубля 49 копеек. Банка с крышкой из прозрачного стекла 5 рублей 99 копеек размерами 9 на 11 сантиметров и объемом на 300 миллилитров. Набор из трех декоративных искусственных цветов 14 рублей 99 копеек. Салфетка под приборы 4 рубля 99 копеек размерами 37 на 37 сантиметров. А теперь перейдем к товарам для ванной комнаты. Два крючка с присосками 12 рублей 49 копеек. Корзина на присосках 19 рублей 99 копеек, сделанная из пластмассы размерами 28 на 17 сантиметров. Держатель для зубных щеток высотой 18 сантиметров 7 рублей 49 копеек, сделана в Китае. И мыльница на присосках 9 рублей 99 копеек, выдерживает до 3 кг веса. Набор для ванны, состоящий из трех предметов, 34 рубля 99 копеек, сделанный из каменной керамики, цветной глазури, нержавеющей стали и полиэтилена. Еще один классный набор для хранения сыпучих либо жидких продуктов за 31 рубль и 99 копеек. Перейдем к остаткам от нового года. Светодиодная гирлянда, работающая от батареек, звездочки, 19 рублей 99 копеек. А вот такая замечательная в виде шариков, стоит 29 рублей 99 копеек. Сейчас вам покажу, как это выглядит вживую. Вторая гирлянда выглядит более симпатично, длина у нее 4,9 метров, имеет 40 светодиодов. Все это сделано в Китае. Салфетка под столовые приборы 14 рублей 99 копеек, сделана из водного гиацинта. И напоследок 30 зажимов для пакетов стоят за 7 рублей и 49 копеек. На этом мой обзор из магазина IKEA Мистер Дом подходит к концу. Если вам видео это понравилось, то не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал, чтобы быть в курсе последних скидок. Первая часть обзора будет доступна по ссылочке в описании. Я от себя желаю приятных покупок, до скорой встречи и пока-пока!